Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. И как видишь, мне немножко не хватает для того, чтобы получить 20 триллиардов монет. Но это меня не страшит, потому что сегодня мы с тобой купим все-таки третий этаж. Где он у нас? Вот. Улучшить максимальное количество. Вот, смотри. Обалденно. Так, ну и посмотрим, что у нас тут такое. Я не могу понять. А, открылись новые персонажи. Теперь-то мы можем посмотреть. Так, Джейк это у нас. Загадочный мужчина, который уничтожает зомби невероятно эффективно. Он всегда скрывает лицо маской и сражается боевым ножом. Может, это и выглядит странно, но его навыки незаменимы в лагере. В бою он использует боевой нож. На самом деле это не нож, а скорее всего мачете. А вот и я, друзья мои, вот он. Так, когда-то он был комиком, а теперь Рэй использует свой талант, чтобы развлекать всех в лагере. Он утверждает, что использовал много макетов оружия в своей карьере, но выглядит очень неуверенно при стрельбе из снайперской винтовки. А может, все дело в оружии? Нет, не в оружии, просто я никогда раньше не убивал ни зомби, ни кого-либо то ни было. Сьюзи! У нас тут еще появляется. Эта жизнерадостная девочка очень общительная, но никто доподлинно не знает, откуда она и как она выживала до присоединения к лагерю. В бою она использует миниган. Прикинь. Также у нас появляется Томми. Томми, какой-то инженер, что ли. Раньше он конструировал дронов в качестве хобби. Теперь он может превратить любой рабочий дрон в оружие. Электричество стало редким ресурсом, крайне необходимым для выживания. Его дроны выпускают мощные электрические заряды. И последний это у нас Доминик. Он работает плотником, и лагерь никогда мы не построили без его помощи. В бою он использует бензопилу. Она отличается короткой дальностью атаки, но наносит огромный урон всем в зоне поражения. Доминик бросается на врагов и разрезает их на куски. Вот так вот. Ну что, мы можем себе позволить купить... Джейка и меня. Поэтому давай приобретать. Подожди, подожди, а почему здесь? Ёлки-палки, чуть-чуть переборщили. Чуть-чуть, капельку. Так, где у нас находится Джейк? Воу-воу-воу, ты посмотри, что он делает. Офигеть, друзья мои, он просто вырывается на поле боя и начинает всех крушить. Смотри, своей мачетой. Это что-то новенькое. Так, что мы здесь с тобой можем забрать? Так, сила в количестве. Наймите 18 бойцов. Так, друзья мои, сегодня мы попробуем дойти все-таки до сотого дня. Слушай, а для чего мы с тобой покупали этот этаж? Если у нас этот будет внизу бегать, инженер, по-моему, тоже будет внизу стоять, да, с дронами. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ну что, вызываем босса. Так, друзья мои, давайте попробуем все-таки его одолеть. Посмотрим, как у нас... Ага, вроде бы неплохо, ребята, выходит все. Давай. Не должны мы ему позволить к нам доползти, этому засранцу. Слушай, ну сейчас намного лучше все у нас выходит. Смотри. Мы его расклепали. Почему в тот раз мы так не могли быстро его уничтожить? Я не понимаю. Смотри, какой чувак просто не стоит на месте. Дергается, а? Ну что же, 99-й день. Кто тут будет боссом у нас? Ума не приложу. Ладно, пускай они пока строчат, а мы с тобой... Слушай, либо нам накопить маленечко финансов для того, чтобы купить Рэя. Он со снайперской винтовкой, ну, стоит 6 триллионов. Сьюзи стоит 10 триллионов, да? Томми стоит почти 20. И Доминик 50 триллионов. Ты представляешь, это 50... А что нужно будет для того, чтобы его... прокачать. Смотри, у Джейка 150 лямов урон. Ты что, серьезно, что ли? 150 лямов урон? Да он всех переплюнул. Он абсолютно всех переплюнул в плане боевки. Слушай, ну тогда мы, наверное, с тобой далеко сегодня продвинемся. Ты посмотри, просто на кого бы он не налетел, он разрубает в мясо, в хламину. Слушай, мне это нравится. Мне это очень нравится. Так, ну что же, тогда ждем с тобой следующего босса и, конечно же, будем вызывать. А я хочу, знаешь, что сделать? Автострельбу, с вашего позволения. Пускай Джейк у меня стреляет, чтобы я не суетился, не кипишевал лишний раз.
И ждем с тобой нашествия босса. И, кстати, я вот не знаю, успеем ли мы с собой... Ну, в принципе, можно, можно попытаться накопить деньжат. Я еще ускорю игру, чтобы у нас быстрее деньги накопились с тобой, да? И надо все-таки приобретать меня. Ну, как так? Играет Рэй, и чтобы Рэя не было в игре. Да, это не дело. Так, сегодня, друзья мои, я еще хочу попробовать снять. Меня попросили Swamp Attack. Помнят все такую игру, да? Болотная атака, но вышла вторая часть. И я хочу глянуть. Действительно, эта игра, ну, относится к продолжению к первой. Или это какой-то фейк? Я ее уже скачал, но пока не запускал. Так, ну что, давай, наверное, выпустим босса и глянем, кто у нас тут. Что за босяра? Вау-вау-вау, это опять драная псина. Та самая драная псина, ну-ка. Джейк, 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 подожди, подожди, родной, а чё так слабо бомбишь? Ты же вроде должен просто уничтожить эту собаку. Куда ж ты мимо-то пробежал? Ребят, сейчас, по-моему, у нас... Да. Я могу только одно предположить, чего нам здесь с тобой не хватает. Нам не хватает вот этих самых бафов. Поэтому подождем, когда они откатятся, да? И эту собаку мы с тобой порвем. Ну, соответственно, нам нужна будет еще машина. И дробовик мы включим с тобой, да? А не просто какой-то там УЗИ никчемный. Сейчас. Ну, совсем немножечко осталось. Так, ты посмотри, что они творят. Просто бегут. Я не могу справиться с волной бегущих. И это уже первый звоночек, ребята. Здесь мы с тобой забираем награду. Блин, а что нужно для того, чтобы прокачать нам нашего огнеметчика Ивана? Вот я, в принципе, могу его. Но лучше, конечно, Дориса, наверное. Нет, все-таки накопим с тобой на Рэя и поставим его. Так, здесь откатилось у нас, остается вот здесь вот подождать. Полторы минутки, да? Машина уже откатилась. С тобой поставим на дробовичок. Блин, он, конечно, хорош, но видишь, в чем дело? Он выходит с определенными промежутками времени. Видишь? И вот я не знаю, если, например, босс уже здесь, а он бежит вот сюда, соответственно, он, наверное, до него не достает. Но все равно кашу мы здесь с тобой творим. Вообще кашу полнейшую. Так, давай еще деньги нам. Нам нужен просто огромный прирост финансов. Сейчас только дожидаемся вот здесь и вызывать будем эту собаку. И это будет сотый день. То есть переломный момент вообще в нашей игре. Потому что 200 дней зомби-апокалипсиса, да? И мы с тобой соточку уже выживем. То есть пол игры, можно сказать, пройдено. И можно сказать, что это пол игры самого легкого момента. Потом будет сплошной трэш. Я буду прокачивать своих бойцов. Мне нужно будет очень много финансов фармить. Но дойти игру надо до конца. А раз уж взялись, будем выживать 200 дней. Ну, а уже после этого, может быть, мы с тобой пройдем и первую часть, которая называется «100 дней зомби-апокалипсиса». Но мне кажется, там немножечко попроще все-таки. Так, ну что, у нас откаты все произошли. Ну что, с Богом. Сейчас, подожди, вот эта волна пробежит зомбарей. После нее мы с тобой уже и рванем. Ты посмотри, просто мясо в разные стороны летит. Давай, 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 этих уничтожаем с тобой, чтобы было немножко уже посвободнее, поспокойнее, да? Ну что, ставим дробовик. Раз, два, три, четыре. Зачем машину-то вызвал? А, нет, успел, успел, да, я по псарне, ребята, попасть. Ну, я как чумовой, ребята, стреляю, но, по-моему, она проходит. Она пробегает. Я даже половину здоровья не могу отнять. Да что ж такое-то, а? Не может этого быть. Ребята, ну давай, 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 ну поднажали, поднажали. Да понятно, что эта баррикада сломалась. Я не могу, ты представляешь, я не могу, мне не хватает. Ну что, придется нам с тобой прокачивать наших бойцов. Джейка я не буду. Как вариант, в первую очередь нам нужно прокачать Джеймса. Давай мы его качнем довольно неплохо. 100 лямов урон. Я думаю, это шикарно для нас. А вот куда все остальное влить? Давай подумаем с тобой хорошо. Можно сюда. 16 лямов урон. Блин, деньги просто, ребята, тают.
На глазах. Ты посмотри. Но зато урон мы с тобой здесь, конечно, колоссальный подняли. Вот теперь, если даже мы вызовем босса, мы его просто в хлам разорвем. Ну что, будем приступать? А как будто у нас с тобой есть выбор, да? Я еще спрашивал, будем ли мы его вызывать? Конечно, будем. Так, давай-ка я заберу здесь гемы. Я хотел, друзья мои, сегодня поставить меня в бой, но видишь, они не дают. Они не дают мне этого сделать. Поставили хитрого босяру, которого фиг пробьешь. Ну-ка посмотрим. Но ты зато посмотри, как я на прокачке, ребята, бомблю этого босяру на одном дыхании. Ты это сам прекрасно видишь. Вот что значит прокачать силу наших бойцов. Ну что же, долгожданный сотый день. Замечательно. Да, мы победили огромного босса и забираем с тобой награду. Вот, все, переломный момент у нас с тобой наступил. И знаешь, что мне хотелось бы посмотреть? Сможем ли мы... Жалко, что сейчас, конечно, Джеймс у нас строчит. Сможем ли мы без него пройти дальше? То есть я не хочу, чтобы волна меня здесь поглотила. Ну, мне кажется, им не дано меня здесь уничтожить. Так, попробуем с тобой до 110-го дня дожить. Но мне кажется, это нереально будет. Что у нас опять тут? Записи о выживании. Так, соберите 55 страниц журнала выжившего. Достигните 100-го дня. Но это мы с тобой сделали. Давай-ка глянем с тобой, что у нас там по журналу происходит. Так, где у нас журнал наш драгоценный? Так, что опять-то мы с тобой тут... А, повысить уровень Тома до полтинника. Окей. Где журнал? По идее, у нас с тобой уже сотый день. Может быть, что-то... А, тихо, тихо, я видел запись. Вот. Подожди, журнал выжившего день первый. Мы выживали в течение 100 дней. Выстрелов так, на экран это все понятно. Это статистика. Убитых зомби 982 тысячи. Скоро будет, ребята, как лям зомбарей мы с тобой уничтожили. Боссов 100. Запущено ядерных ракет 0. Общее время в игре 208 часов, ребята. 208 часов, это офигеть. Это очень и очень много. Мне кажется, здесь ничего нету нового. Я вижу вот 46-й день, 52-й, 58-й, 64-й, 70-й, 76-й, так, 82-й, 88-й, так, 94-й. А нет, смотри-ка, есть 100-й день. Мы снова видели мутировавшего зомби. На этот раз он был огромен, как здание, в 4 этажа, и мы понесли серьезные потери. Их могло быть больше. Нужно придумать способ бороться с ними. Ты посмотри, какой чудик. Обалдеть. Так, значит, они видели этого зомби. Мне кажется, это тонкий намек на то, что скоро такой зомби придет к нам. Не хотелось бы, но... Посмотрим, вдруг действительно придет на 101 день. Кто его знает. Так, подожди, а у нас с тобой ускорение что, кончилось? Давай ускорять игру. Пускай они бегут, чтобы все это было намного быстрее. Чтобы быстрее мы с тобой набивали зомбарей и, соответственно, призывали быстрее нового босса. Я уже специально, ребят, пока не отправляю никого в экспедицию. Ну, сам понимаешь, да? Чтобы вся команда была у меня здесь на месте. Каждый воин у нас на вес золота. Ну что, босяра, друзья мои, босяра. Смотрим, кто там у нас. О, вот он. Друзья мои, это он и есть. Вот он, помнишь этого? Ух ты, теперь он действительно здоровый. Тот-то был поменьше. Ты смотри, у него три фазы. Три фазы. Так, мы его пока не пропускаем, ребята. Давай, 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 давай. Жмем, 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 жмем. Он ничего сделать не может. Ничего, ребят, не сделать не может. Есть. Ух. Найс. Слушай, ну он действительно огромный, действительно в 4 этажа, потому что у нас с тобой сколько тут этажей? 3, да? Раз, два, три. Да, 3 этажа у нас с тобой, плюс крыша.
И он действительно был вот где-то по третий этаж. Офигеть, ну мы его порвали. Все-таки сила в прокачке дает о себе знать. Да, сейчас мы с ними разберемся. Быстренько у нас с тобой ускорение стоит. Надо вот это еще активировать тоже. Хочу, может быть, как можно быстрее накопить довольно много финансов для того, чтобы к следующей серии мы с тобой могли купить и Рея, и кто там у нас еще дается помимо Рея-то. Давай посмотрим. Помимо Рея тут еще Сьюзи будет. Ну, Доминик, конечно, всех переплет. Я боюсь даже представить. А, ты посмотри, у него бензопила, да? И дамаг в один, я не знаю, как это назвать, триллион, биллион, может быть. Один биллион дамага. А Сьюзи на 200 лямов шпарит. Да и я тоже неплохо на соточку лямчиков бомблю. Блин, жалко, не могу себя поставить, а. Хочется, но не могу, ребята. А вот уже и босс подоспел. Слушай, довольно быстро кто? Эй, сшивая псина. Слушай, мы ее разбираем. Мы ее очень даже хорошо разбираем, смотри. Так, давай. Ну, она уже подходит, ребята. Она уже подходит к нашим вратам, к нашему забору. То есть, я думаю, где-то на 102-м, 103-м денечке мы можем с тобой сфейлиться. Ну, просто не потянуть. Ух, зато награды какие, смотри. Наконец-то мне начали выпадать алмазы. Это, кстати, новый вид ресурсов. Такой у меня не был. Это, видимо, после 100-го дня начали выпадать. Ну-ка, что у нас тут? Сборщик, найдите добычу 34 раза. Нашел. А вот рюкзак. И в этом рюкзаке, вот, смотри, алмазы. Дает шанс получить алмазы в награду за экспедицию. То есть, если я буду отправлять своих бойцов на поиски, да, они могут мне притащить алмазы. Вот эти вот. Это прикольно. А что за цепь там такая была? Шок. А, что там? Повышает электрические атаки на 1%. Вот, она только нам досталась, поэтому, ребята, первого уровня и всего лишь 1%. Надеюсь, в дальнейшем мы будем с тобой находить больше этих цепей. Так, ускорение работает, это ускорение. А вот это вот у нас с тобой не работает. Надо. Почему-то так быстро оно кончается. А, всего лишь полторы минутки действует у нас вот этот вот. Ребята, умножение бабла. Может быть, бабку нам позвать, а? А чем мы ждем-то с тобой? Бабка, ты где? Давай, родная, выходи, Лизочка. Ага, я могу только ее вот на 5 минут призвать и все. Наносит урон сразу нескольким зомби. То есть за 100 гемов я могу отправить ракету ядерную, прикинь. Вот так вот. Я хочу вот это вот приобрести. Это, ребята, мои патроны для автомата. Ну что, босс созрел. Давай вызывать его. Кто там у нас босера? Ага, опять этот ползун, опять ползун. Ну, смотри, сам видишь результат. И это я еще бомблю обычными патронами. И это я еще не в ярости. И это я еще без бафов. Так что вполне, ребята, играбельно. Ну что же, переходим с тобой на 103-й день. Ну давай. Так, босс побежден. Бейсболка. Вентилятор, кофе, мишень и бочка. 103-й день. Хорошее выживание у нас с тобой идет. Тут не поспоришь. Ну, до 110-го дня вряд ли, конечно, мы доживем. Но до 105-го, наверное, все-таки сможем. И бабки, ребята, бабки текут к нам рекой. Это классно. Потому что с деньгами здесь большая действительно напряженка. Ну, давай. Этих хохломончиков всех. Там уже, кстати, и ползуны идут, как обычные мобы. Ты видел? Он там где-то в толпе был спрятанный. Мы его подбили. Ну, он очень редкий, да? Это... вон он, видишь? Уже ползет. А почему-то собак нету. Хотя, босс, собака была. Ну, ладно, ничего страшного. Смотри, как просто рекой текут. Ну, это еще бабка нам помогает. А если я еще и вот так вот сделаю, вообще будет шикарно. Да? Голда просто рекой к нам потечет. Да что вы мне все этот рюкзак-то отмечаете? Я уже все посмотрел, что мне надо. Жду босса. Мне нужно дойти сегодня до 105-го дня. Естественно, наших бойцов, я не знаю, сколько у них максимальный урон. Ой, урон, уровень. Сотый, наверное, да? Так, вот здесь вот. Какой сотый? У меня уже Джеймс 121 уровень имеет. Нет, значит, получается выше. А какой же тут может быть?
Так, давай-ка мы с тобой, наверное, здесь вот так вот сделаем. И вот здесь. Опа. Чтобы сразу получить две награды. Так, и вот так. Окей. Так, босс уже созрел. Ёлки-палки, я там... Опять псина. Давай все эти машины вызываем, все. Мы ее должны уничтожить. Блин, она уже подходит к забору. Ну... Давай. Уничтожили. Угу. Фу, какие-то очки у нас, ребята, здесь появляются новые элементы. Что дает нам, например, те самые очки? Сейчас посмотрим. Так, во-первых, я хочу взять награду. 36 раз добычу мы нашли. Нашли. А здесь, покажите мне, пожалуйста, очки. По-моему, раньше их не было. Или я просто не обращал на это внимания. А где они? Я не вижу, вот они, ребята. Повышают атаку Рэя на 1%. Стоп. То есть его у меня еще нету, но я ему уже повышаю атаку. Окей, я разве против? Нет, конечно. Ну что, попробуем с тобой осилить 105-й день. Мне очень интересно, сможем ли мы забомбить босса? Нет, ну в принципе, если мы сейчас с тобой подождем откаты, машину, да, наше воодушевление, скорость, то в принципе такой шанс может быть. Опять закончилось, как же быстро все-таки, а? Все это дело заканчивается. Ждем. Так, это у нас волна бегущих. Я сюда мину поставлю. А вот и босс созрел. Ну что, давай ставить наши супер патроны и вызывать босса. Кто здесь? Оу, это новый, ребят, такого не было раньше. Уху-ху-ху. Шмаляем, друзья мои, шмаляем. Слушай, половина здоровья. Ну, неужели не получится? Так, смотрим, как он ломает мне баррикаду. Раз, два, три. Баррикада сломана, теперь бомбит наших, да? Не успел. Кого-то еще и подбить он успел. Так, и что же мне прикажете делать? 105-й день на кону, а я не могу его подбить. Что я могу прокачать здесь? Ваньку. Ну давай мы, наверное, улучшим Саймона. Все свои накопления, ребята, что у меня были, я потратил на один лишь разок, чтобы прокачать Саймона. Ну а что поделаешь. Тут, друзья мои, как говорится, выбор невелик. Либо-либо. Все бонусы у меня заканчиваются, уже подходят к... Тихо ты, хорош, расстрелялся-то. Так, контракт Лизы закончился, она... Что она? А, Лиза, это же бабка, елки-палки. Я думаю, какая еще Лиза меня покинула. Иди работай давай. А сколько долго ты будешь у меня там прохлаждаться, можно посмотреть? Так, а кто это погиб-то у нас? А, Чарльз. Я понял. Гарольд, он же у нас с мортирой, да? Да, он с мортирой. И есть смысл, кстати, его... Оп, вот так вот один разжег апнуть. И вот так вот сделать. И Роберта тоже. Нормуль. То есть каждого бойца по чуть-чуть апаешь. Уже, как говорится, определенный дамаг идет в копилочку. Ну что... Давай попробуем вальнуть еще раз босса. Сейчас машину только дождемся на откатку. Мне бы сегодня дожить до 105-го дня. А дальше, ребят, мы будем заниматься с вами прокачкой. И Чарльза нужно дождаться, когда он там оживет, понимаешь ли. Сколько там ждать-то его, а? 31 секунду еще. Ладно, терпимо. А зомби-то уже подходят, ребят, к нашим воротам. И у этого закончилась автострельба. Давай, бомби автоматически. Поставь мину. Чарльз, ты не засиделся там на больничном? Нет? 8 секунд, ладно, подождем. И вернуться в бой. Все, у нас каждый боец, как говорится, на вес золота, поэтому нельзя пренебрегать. Ну что,
Вызываем босса и смотрим, как у нас пойдут дела. С богом. Поехали. Где он там? Вот он. Давай, 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 давай. У меня палец уже дымится, ребята. Уже дымится палец, понимаешь? Жарю, 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 жарю. Мы его должны убить. Это какой-то как профессор сумасшедший. Какой-то профессор. Ну! Ну давай, ребят. Ну, господи. Чуть-чуть совсем осталось. И... Блин, баррикад сломал. Ех. Ух. Да, это жестко, ребята. Это серьезно, тебе говорю, было жестко. Фу, 105-й день. Ну что, давай посмотрим на этом 105-м денечке, сможем ли мы с тобой подбить босса. Если нет, то будем закругляться. И я буду дальше прокачивать свой отряд. Ну, даже не прокачивать, я бы сказал, будем фармить с тобой монетки для того, чтобы улучшить. А скорее всего, даже не то, что улучшить, будем покупать. Во-первых, отряду нужен я. Нашему, да? Ну и, конечно, хотелось бы купить еще и Сьюзи, ко всему прочему. То есть это уже было бы плюс 300 лямов к урону. Я думаю, что это не кисло. 300 лямов к урону — это довольно существенный, да, урончик. Так, ну что, смотрим, ждем с тобой босса. Я хотя бы хочу глянуть, кто там будет. Ой-ой-ой-ой, ты посмотри, как они прорываются, а? Как они прорываются, как они хотят уничтожить мою баррикаду. А вот, друзья мои, и босс. Ну что, давай глянем, кто тут у нас. Собака. Ай, блин, я уже чувствую, что не сможем пройти, потому что половину хп даже не отняли. Она уже прошла больше половины пути. Давай гранату, мину эту бросим с тобой. Так. Блин, ломает баррикаду, ребят. Чуть-чуть мне не хватает. Совсем по минималочке. Можно было бы, конечно, здесь немножко, ну, подсуетиться, да, так скажем. Подкачать бойцов. Два пулемета. Геральт. Пятнадцать лямов. Ну, все равно маловато, да? Все равно, ребята, этого мало. Если тут, как говорится, прокачиваться, то прокачиваться посерьезнее. Можно, конечно, подождать вот эти откаты. Сейчас мы с тобой попробуем дождаться, а в этот момент я еще чуть-чуть попробую подкачаться. Так, Вайолет. Вайолет. Давай мы ее тоже маленечко качнем. Урон 4 ляма. Здесь мы сделаем с тобой 2 ляма урона. Здесь вообще минимальный. Что это такое? Даже ляма нет урона. Так не пойдет, ребят. Вот, лям. Давай-ка 2. И не хватает немножко, да? До 3 лямов. Но все равно каждый миллиончик — это уже, как говорится, ключ к успеху. Ну что же, откаты еще 40 секунд. Здесь тоже 45 секунд. Подождем и будем вызывать уже с тобой босса. Думаю, что благодаря тому, что немножечко мы прокачали, да, наших бойцов, мы должны уже будем справиться. Ну-ка, давай вот здесь вот. Опа. Как только есть кого улучшить, сразу апаем. И все. 22 секунды ждем. Просто охота перейти уже на 106-й день. А уже следующую серию, чтобы мы начали именно со 106-го и, наверное, до 110-го, 115-го дня как-нибудь постараться выжить. Не знаю, под силу ли нам это или нет. Ну что, ребят, вроде бы все, можно призывать. Так, активируем с тобой воодушевление. Это и босс, выходи. Строчим. Строчим по нему, во что бы то ни стало. Бомбим ракету. Ракету, мину, ё-моё. Смотри, что происходит. Сейчас думаю, что есть у нас с тобой шанс. Есть, ребятушки, есть, родные мои. Все, мы сейчас его дожмем. Вот так вот. Фух. Да. Ну что же, переходим с тобой на 106-й день. И я буду закругляться, ребята. Буду закругляться. Мы обязательно с вами увидимся, но уже в следующей серии. И продолжим выживать в этом суровом мире. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.